сильно падаем с грозой. Запустился. Дальше смотрю, что такое не было. Ну, я уже знаю. Желез есть. Вот прилагало их много. Вот. Слизни очень маленькие, ничего мне не могут сделать. Но я могу погромче говорить. Давайте так. Так, смотрите. Вот сколько слизняков на улице собралось. Это дождик их собрал, наверное. Там у меня есть подалеку болото. Вот с болота они пришли. А, я хочу вам сказать. А где динамитный дом? О, у меня вопросик у вас. Кто мои ролики смотрит каждый день? Нападение всегда. Смотрите, почему динамитного дома нет? Вот спросите. А что там свинья делает? Что это забором это закрыл? Что урожай? Это что? Они что сделали? Почему грядка больше? Почему курятник есть? Яиц там много интересного. Почему вот это изменилось, которое я люблю для моего дома? Ой, не будем ломать. Есть. У вас такой вопросик есть? И почему здесь нету проходика вот там, песочный, где было? Я все вам расскажу. Здесь взорвался динамит, когда это было нападение. Когда эти были свиньи, вот эти, приходили. Что-то, я думал, там взрывается, наверное, клипер меня увидел в слизнях. Он взорвался, наверное. И я слышу, ничего не пригрузилось. Вы умерли, блин, написано, что меня достали. Все эти свиньи поумерли. Прямо где я был. Представляете, где я был, они все пропали. Но деревню долго пришлось останавливать. Вот поле у нас теперь как-то быть. Все, я долго исправлял. Вот дуб я не могу добыть. Темного дубника. Я из темного дуба проход делаю, что так, вначале. Мне нравится такое дерево. До моего дома уже никак дойти. Вместо динамитного дома буду строить здесь магазин. И курятник построил. Там у них светик есть. О, сколько там яичек. Ой. Потом я буду собирать и ложить его в свой ящик. Ну, а вот сейчас нельзя. Надо големушка создавать. Сейчас мы создадим големушки и поговорим о монстрах. Да, я вам ролик записываю, так, ну вот, так, и у меня слизни есть. С собой слизни, спасибо, что принесли. Надо тыковочки посадить. Специальным. Вот сколько этих слизней. Дом и слизни я не доделал. Вы представляете? Взорвалось слизни. Слизни все сгорели. И знаете, почему еще это стекло так изменено-то? Что все так по-другому здесь? Вот слизь здесь. А то, что динамит достал до сундука, где я вам показывал, где сундучок. Я ложил там вещи, я ложил свои. Аж вещи подгорели чуть-чуть и взорвались. Прямо до моего дома. И знаете что? Весь мой изумрудный дом был наполовину взорван. Но я его установил, как еле-еле, вот желез. Ой, это я сам. Так. Я уже ничего не понял, но вот светильник я положил. Слизни. Ну и много чего я там исправлял, но еще деревня не установлена. Ну просто такого взрыва я больше динамитный дом не буду строить. Хорошо, что не задело песочный дом. Вот этот, видите, вот из песка. Его долго я строил. Все рассыпается, окна рассыпались. Пока ты все сделаешь, много прошло, очень много прошло минут. Чтобы его построить. А добыть это, о, это вообще сложно.
еще добывать пришлось. Пустыня от меня очень далеко. Да идти до нее вообще неохота. Спать долго надо. Да пустыня у меня очень долго, вы представляете. Я до зимы даже дуже долго, лес у меня далеко. Мне все далеко, у меня просто так. Из дерева все сделано, сердечко там потерял. Но это вообще не страшно. Я над роликом работаю каким-то таким. Создать какой-то завод. Я давно про заводы не снимал. Ну, потому что я хочу один сломать свечишку. Почему я сделаю? Ну ладно. Пригодятся мне 4. Мне перекрафтить. Перекрафчиваю. И рассказала всю. Вот, вот на улице плохая погода для слизней. Ну, слизни. Вот дождь сразу начался, и слизни пришли. Слизни еще ночью пришли, но ночь скоро закончится, вот они. Давайте уже создавать големщика, посмотрим, как големщик будет с ним справляться. Главное не упасть, а то я так долго все достижался. Но это все в сундуках, вот мои вещички, которые я для вас приготовила. Все в... Он же прятивый, маленечко собрал. Слизней у меня нету. Придется что-то делать. Креатив это очень сложно. Давайте вот так. Вот тебе и ха. Ну, дождик все мокрит. Ну, срочно надо. Ну что, рыбок? Не может быть. Ну так легче будет, чем тыкву будем тратить. Давай посветим. Не светится, не светится. Это как? Так, оленчик чуть-чуть не справляется. Сегодня яблоко ем. Но много яблок, но все равно. Он еще чуть-чуть не хватит. Ну что, оленчик, готов сражаться? Раз. Знаете почему? Если вы пишете комментарии, что не надо, надо. Это они... Оленчик, иди. Големщик будет долго справляться. Но на это все пока-пока. Я меч должен взять. К ним упасть. Да, точно надо упасть. Фух. Мы заканчиваем ролик. Пока-пока. Я буду с ними сражаться. Сейчас до меча. То я вам покажу, где у меня меч. Меч здесь нету. Где мой меч? Я его не выбросил. А вот он у нас меч. Ха-ха-ха. Ну готовься здесь слизни. Слизни. Навалим на мою деревню. Хотя они на жителей напали. Уи! Это ламба, это елик, вот бумага, это... А!
все. На этом все. Пока-пока. Пока-пока.